Ну. Да, я снимал. Толь, да? Толь, если осуществится ничего не пришло. Пошла камера. Есть. Ну, давай я тебя сфотографирую. Приехали попытаться.
даже, да, как подумает СССР. Сикро собирает для полярного коктейля. На 72-м. Wow.
Украинский десант на озере Лох-Несс. А что такое Колумба? Я что его строил, что-то я. Не мне его и разрушать, да? Expensive, but really, you know, maintaining it. Just use nice things. Thank you.
ратный боевик. В озеро. А я самый. Лохнеське чудовисько добували. Молодцы, у всех улыбка хорошая. Да. Еще не было вспышки, а у тебя автомат. Он выбирается. Сколько? Так, у нас можно на выставку. А я так пересеку, да, Анатолий? А вот. Давай, Вильян. Цветет это. Липа. Так, я посмотрел, сделал. Лицо, и пошел. Типа вырезать на дереве ося и киса были тут, да? Да, 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 да. Фима с Нюмой гуляли здесь. The basic question of the water force. Are the named chance photographs maintained public awareness over the years that followed? And in 1960, organized research recommenced with all the fervor and enthusiasm that could ever have been imagined. The surgeon's picture in April the following year, forever the most famous and classic image. Boots in 1951. But under the energetic leadership of MB David James, a decade of service of in camera batteries dug in for a war of attrition against the law of justice. They worked patiently through the 18 hours of island summer daylight. Mobile units carrying them to designated vantage points along the North Road. Results disappointed. Filmed also, Loch Ness, as always, was fair game. Would you like 2 hours? Это Инвернес, потому что южнее.
Ну вот это что он говорил, 60 тысяч и вернулся. 60 тысяч. Рубернес. Доля. Спроси, открытки купить будешь. Он открытки. Рубернес, Лохнес, Риббернес. Churches and public houses. Да, очень много церквей, потому что публика очень религиозная. Армия. Семьи, потом еще с вами. Лейн, переулок. А вон на Бергин твой, видишь? Чистота. Да, залог белого. This is the Inverness Harbour. Да, это вот автопорт. Заходим в шлюз Шарль-де-Голль. Порт проливной, величина пролива около 6 метров, поэтому система шлюзов отрезана от моря. Вы имеете?
груза. Не прощай. Корма, дать спринги. Корма, дать спринги. Все, путь свободен.